мы закончили этот уникальный труд. Это, знаете, ответ всем скептикам по поводу настроения в городе Николаеве, потому что оно есть, и оно может быть, и обязательно. Я хочу с большим удовольствием предоставить слово нашему мэру, господину Сикевичу, потому что когда началась его мэрская кампания, он начинал ее по недостроенным еще этим судам. И вот наступил этот момент, когда судно построенное и все наши ожидания на будущее, на самое лучшее, сейчас присутствуют. Прошу, приходил судостроитель сюда в тот день, когда еще судно стояло просто строительство. Мне было очень приятно там видеть, потому что мы проводили все и увидеть, что то, что показывают по телевизору, то, что показывают за границей, реально очень здесь, в Николаеве у нас. Действительно, Николаев уже давно потерял славу судостроительного города в мировом масштабе. Но для нас, казалось бы, такого небольшого судна в мировом масштабе, но такого огромного, является праздником каким-то местечковым, а праздником городского масштаба. Поэтому хочу вам всем, кто вложил свои усилия построить строительство данного судна, сказать огромное.